Полвека вместе. В Первоуральске наградили супругов, которые служат примером идеальных семейных отношений. Помимо любви друг к другу, все они пронесли сквозь года любовь к своей профессии. 8 пар ветеранов-новотрубников удостоились знака «Совет да любовь». Вы получаете почетный знак. Полвека в любви и согласии прожили супруги Носковы. Два влюбленных сердца связал новотрубный завод. Владимир его строил, а Елизавета трудилась в физико-механической лаборатории. Там отработала 43 года. Сейчас ее дело на предприятии продолжает дочь. Сегодня на празднике собрались дети, внуки, правнуки и друзья. Очень даже приятно, что кто-то заботится о нас. Так и вот. Пригласили, не забыли, увидели. Услышали. Мы довольны. Награду за долгую совместную жизнь получают и супруги Сумцовы. Они до сих пор влюблены друг в друга. Александр больше 40 лет отработал на ПНТЗ, а Надежда в горпромторге. Женщина признается, что всегда была за мужем, как за каменной стеной. Когда человек любит, понимающий, он находит слова признания. Естественно, все сходит, потом соединяется. У четы Сумцовых двое детей и 5 внуков. Пример родителей сильно повлиял на жизнь их дочери Светланы. Она прожила со своим супругом уже 29 лет. Я думаю, что, конечно, эти ценности закладываются в семье. Когда у тебя есть пример, то это, наверное, влияет на всю твою последующую жизнь. И для меня это тоже, ну, такая большая ценность, то, что мы вместе так долго с моим супругом. В торжественной обстановке медали «Совет да любовь» получили 8 пар. Все они ветераны-новотрубники. Такие золотые пары на предприятии отмечают ежеквартально. Все это уважаемые люди, уважаемые новотрубники. Они хороший образец для подражания для своих детей. Они воспитали достойных детей и внуков. И сегодня им по праву все это воздается. Награда, уважение, почет, цветы, медаль, нагрудный знак. 50 лет, на мой взгляд, глядя на ваши лица, это не тот срок. Я думаю, что вы дойдете и до бриллиантовой свадьбы, и мы готовы и эту дату отметить в вашем лице, лишь бы у вас было здоровье, лишь бы у вас была поддержка в семье, друзей и всех остальных. У всех этих пар большие семьи. Они вырастили достойных людей, которые, по примеру родителей, строят свои семейные отношения и в будущем мечтают оказаться в числе награжденных правительственной медалью. Татьяна Резидент, Ульяна Шилькова, Денис Неугодников. Хроника дня.